Вести, мы снова в прямом эфире. Сегодня мы неспроста находимся вновь у здания областного совета, ведь, как мы знаем, сегодня будет представлен новый глава областной государственной администрации Александр Стадник. Как мы помним, два месяца назад к нам приезжал президент Владимир Зеленский и заявил, что кандидатур на пост главы ОГА у него нету. Он обращался к николаевцам, жителям области, чтобы они предложили свои. Давид Арахамия, глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде, тоже пытался найти нового губернатора в Фейсбуке. Однако, как мы понимаем, не было никаких, наверное, предложений, так как Владимир Александрович все-таки выбрал человека сам, и ним стал Александр Стадник, сотрудник налоговой инспекции из города Киева. Эта кандидатура вызвала некое негодование у жителей области, так как ведь он все-таки приезжий из Киева, ведь мы помним, у нас есть горький опыт. По словам жителей нашей области, ведь до этого областью управлял Алексей Савченко, который также приехал из Киева и запомнился по большей мере только какими-то громкими скандалами, громкими заявлениями о Конане Варваре, о черно-красном флагом, который вывешивал здесь рядом на здании. Но посмотрим, каким будет работа нового губернатора Александра Стадника. Посмотрим, что сегодня он будет говорить, какие задачи поставит. Посмотрим, кто будет в его команде, ведь тоже много споров ходит, останутся ли прежние заместители губернатора в команде нового губернатора. Сейчас мы пройдем внутрь сессионного зала, где уже ожидают гости, чиновники, мэр города, которые ждут нового губернатора, и посмотрим, как же пройдет его представление. Пойдемте. Скажите, что скорую помощь вызвали, вдруг кому-то я же не вижу никого. Зарегистрируйтесь, пожалуйста. А Люба уже пришла раньше, она, наверное, уже... Мы же... Она пришла с Левой Мишкой. Уже? Ну, просто я тут. Добрый день, я не хочу. Да, увидите. Добрый день, давайте с вами пообщаемся. Добрый день. Сегодня у нас будет представлен новый глава облгосадминистрации Александр Стадник. Как я понимаю, уже с минуты на минуту он будет здесь. Скажите, что ждете от нового главы области? После общения буду понимать. Пока еще не общался, только вернулся с командой. Есть какие-то ожидания от, не знаю, от него? Уже ожидания будут после общения. А вот все-таки и определитесь, останетесь ли работать тоже после... Тоже после общения. Ничего не поменялось с момента последнего нашего с вами общения. А у вас? От вчерашнего спілкування с вами тоже ничего. Ну, чего ожидаете от нового главы ОГА? А что я могу ждать? Ну, как думаете, на какие проблемы стоит ему обратить больше всего внимания? Я ему расскажу персонально. Так, а вас сейчас смотрят тоже в прямом эфире жители области. Они хотели бы узнать от вас, как от человека, который работает в области, который знает проблемы. Бачите, будь ласка, дивіться, я ж вам уже вчора пояснив. Якщо у вас є питання, будь ласка, звертайтеся у письмовій формі. Ми вам на всі питання дамо відповідь. Ви якісь туманні питання задаєте, некоректні, не конкретні. А конкретні питання? Так... Ну конкретно, скажіть, що вас цікавить? Говорю, як ви думаєте, на які проблеми новому главі облгосадміністрації потрібно звернути увагу в першу чергу? Що саме наболевше в області? Питань у нас багато, і ми йому... Ми підготували відповідну інформацію, надамо, і він буде вже вирішувати, що для нього, які є в пріоритеті. Небольшое уточнення. Ви і ваші колеги вже написали заявлення об увольненні? Я, будь ласка, маю ще переговорити по важливому питанню. Дякую. Хорошо, спасибо вам большое.
Добрый день. Привет. Давайте пообщаемся с вами. Давай. Сегодня представление нового главы облгосадминистрации. Администрации. Чего ждете от него? Я от него не жду. Я вообще уже давно перестал чего-то ждать. Я работать готов, сотрудничать. Я уже дал комментарий сегодня некоторым представителям наших СМИ и сказал о том, что в Николаеве живет половина жителей области. И Николаев также нуждается во внимании и финансировании областных программ, ДФРР и прочих всех остальных вопросов, потому что у нас одна из единственных областей, в которой, например, нет ангиографа. Да, то есть это вопрос, который нужно решать совместно области, городу и совместными бюджетами. С другой стороны, я всегда открыт к сотрудничеству и к любым проектам, которые приведут к улучшению жизни николаевцев. А будете сегодня с ним как-то, после того, как он будет официально представлен, встречаться, обсуждать какие-то вопросы? Я откровенно не знаю график главы облгосадминистрации, поэтому не запланировано, меня ни на какие встречи, кроме сегодняшнего вот этого представления официального, не приглашали. Вот смотрите, как мы видим, здесь есть предыдущие заместители главы ОГА, и вот к вам есть вопрос. Вы все-таки тоже с ними контактировали, работали. Да. Как считаете, есть ли кто-нибудь из них достойный, кто мог бы попасть в команду нового главы ОГА? Кого бы можно было бы ему рекомендовать? Ну, мне кажется, это немного провокационный вопрос. Во-первых, Валентин Васильевич Гайдаржи работал на позиции моего зама, и ну, мы достаточно неплохо с ним работали. Мне очень трудно оценивать критерии, готов ли они работать, потому что каждый человек сам определяет себе людей для работы в команде. Можно всегда работать и с людьми, которые тебе и подходят, и не подходят, но от этого зависит результат. Ну, скажем так, можно работать со всеми. Вопрос, какой будет результат. Я думаю, что глава облгосадминистрации достаточно, ну, из его биографии видно, что он человек опытный и работал в разных командах. Я думаю, что ему будет необходимо там, ну, неделю для того, чтобы понять, готов ли он работать с этими людьми и может ли он кого-то из них оставить для совместной работы или будет искать себе новых людей в команду. А как вы считаете, какие есть основные проблемы у нас в области, на которые в первую очередь стоило бы обратить внимание новому главе облгосадминистрации? Вы знаете, в следующем году в городе Николаеве я хочу сделать, чтобы основные направления финансирования бюджета были вопросы образования и дорог. Ну, как бы будем бороться с извечными проблемами на постсоветском пространстве, да, с дураками и с дорогами. Вот. Что касается образования, у нас есть четкие планы, понимание и так далее. Что касается дорог, у нас планов больше, чем возможного финансирования. И думаю, что основная сегодня проблема все-таки в области – это дороги. А из проблем дорожных в области уже могут возникнуть проблемы образовательные, потому что если мы говорим об опорных школах или ОТГ, когда делается одна хорошая классная школа, нужно автобусами довозить детей, и медицины, и все. Все связано с дорогами. Поэтому я думаю, что в первую очередь необходимо будет решить вопросы дорог как магистральных, так и там и ОШек, и ТЭШек, всех вопросов, которые... Нужно просто сделать план, нужно иметь проекты, нужно иметь план финансирования, и в первую очередь нужно обратить внимание на подрядчиков, которые выполняют эти работы. Спасибо вам большое. Комментарий. Удачи. Добрый день. Давайте с вами пообщаемся. Как мы знаем, сегодня будет представлен новый глава облгосадминистрации. Скажите, что ждете от него? Ну, наверное, улучшение в работе в любом случае. Не то, что предыдущая власть. Вы же знаете, как я к тому относился, к той власти. Вот. Это взять нужно просто посмотреть мои статьи, чтобы много не говорить. Ну, а какие предыдущие были вот у предыдущего главы ОГА и его заместителей неудачи основные? На что нужно обратить будет внимание новому главе ОГА и его команде? Я задал бы вопрос, а что хорошего было сделано? Что самолеты летают с аэропорта? Что дороги в области были сделаны? Вот. Скажите, что хорошего было сделано? Ничего не было сделано хорошего. Вот сидит мой коллега с областного совета, этому подтверждение, он может сказать. Одни разговоры. Поэтому, как говорят, надо сегодня засучивать рукава и работать во всех направлениях. А вот вы, как депутат областного совета, скажите, на что нужно новому губернатору обратить внимание в первую очередь? Ведь вы фактически знаете проблемы все изнутри. Ну, я считаю, что в первую очередь дороги. Это видно. Вот. Ну и благосостояние людей, как в городе, так и в области. Я считаю, что это первоначальная должна быть задача нового человека. Город, область на последнем месте практически. Посмотрите статистику. То есть социальная сфера, да, медицина. Вот это те вопросы, которые сегодня
в первую очередь необходимы, я считаю, для нашей области. Готовы всецело помогать команде и самому губернатору решать все проблемы? Куда мы должны помогать, потому что один он, естественно, не справится. При всем том, что у него будет команда, я считаю, что депутаты областного совета тоже должны всячески помогать, подставлять плечо для того, чтобы область развивалась. Другого выхода у нас нет. Вот с предыдущим главой ГАА депутаты подставляли ему плечо? Ну, были разные моменты, вы, наверное, все прекрасно знаете. Ну, где-то что-то получалось, что-то не получалось. Но сейчас ситуация поменялась, поэтому человек идет сюда работать, наверное, с какими-то задачами. Ему, наверное, президент поставил какие-то задачи по нашей области. Он в нашей области был, кое-что знает уже. Поэтому будем работать, будем видеть. Дай Бог ему справиться с той задачей, которую ему поставлю. Ну вот как раз сегодня он и будет представлять свою команду. И как мы видим, сейчас здесь стоят предыдущие заместители губернатора. А скажите, как вы думаете, кто-нибудь из них достоин попасть в команду нового главы ГАА? Тяжело на этот вопрос. Вы ведь с ними работали, вы ведь с ними контактируете фактически. Каждый специалист в своем деле. Что-то у них получалось, что-то у них не получалось. Он с каждым, наверное, побеседует и определится, должны не работать в его команде или нет. Ну а вы бы лично могли кого-то посоветовать? Ну, мне сложно говорить. Дипломатический. Я не могу на эту тему. Дипломатический ответ. А вы, может быть, тоже сегодня планируете встретиться с новым главой ГАА, обсудить какие-то тоже вопросы? Нет. Почему бы и нет? Но хочу сказать сразу, что ведь не секрет, что мы, если мы поддерживали президента на выборах всецело, то, естественно, будем его поддерживать. Другого выхода просто нет. Сегодня не важно, кто в какой партии. Сегодня не важно. Мы, главное, горожане. Вот что самое главное. Мы представляем, прежде всего, наших избирателей, это город. А партии приходят и уходят. Вот. А мы остаемся в любом случае здесь жить. Поэтому нам нужно, чтобы человек проникся и работал только на благо наших граждан города и области. Ну, а раз уж у нас обновилось руководство исполнительной власти, как вы считаете, может быть, пора и обновить и городской, и областной совет? Ведь, как мы видим, сейчас такой некий, я сказал бы, кризис, работа идет довольно-таки трудно, тяжело, сложно принимается решение. В принципе, работа порой вообще, в принципе, не получается. Ну, во-первых, кто вам сказал, что легко все дается? Город развивается в любом случае. Те деньги, которые сегодня город зарабатывает, около 4 миллиардов, мы практически все их используем. Вот. У нас строятся детские сады, у нас делается, мы покупаем новые автобусы, мы покупаем новые троллейбусы. А что это было 20 лет назад? Не было этого. Мы делаем дороги. В городе много делается, там в ту же самую площадь. Что, день города был плохо сделан? Вот. Люди приехали со всего мира, видели наши достижения, что делается. В городе очень много делается. Поэтому я считаю, никаких выборов не должно быть. По закону они должны быть в октябре. Вот в октябре они должны проходить. Мы должны отчитаться людям, что мы сделали за 5 лет. Это закон. И потом каждый из нас выйдет и скажет, что сделал, что не сделал. Кто-то сделал, кто-то не сделал. А вот к вам еще один маленький вопрос, последний, уточняющий. Довольно-таки критически сейчас стоит, как я понимаю, в областном совете вопрос отставки Виктории Викторовны Москаленко. Мы видим, что ваши коллеги постоянно требуют этой отставки, выносится вопрос на голосование. А как вы лично относитесь к этому вопросу? Считаете ли, что Виктория Викторовна не справляется со своими обязанностями и пора уже уходить с этого поста? Ну, это мне сложно сказать. У нее, конечно, много есть недоработок, много ошибок. Вот, но что-то она старается сделать, что-то у нее не получается. Ну, может быть, она еще просто как молодой руководитель не может полностью все охватить для того, чтобы руководить областным советом. А сегодня сказать, что она полностью не соответствует своей должности, я такое не могу сказать. Ну, а может, какие-то проекты можете озвучить, которые можно записать в плюс? Я даже не знаю, честное слово, не могу сказать. Что-то, может быть, есть такое действительно в области грандиозное, что действительно вот... Виктория Викторовна тоже приложила руку к этим проектам. Ну, она ко многим проектам предложила руку, но не закончила, да? Но многие проекты до сих пор не закончены. Поэтому видите, давайте посмотрим. А по городу я могу сказать, что городской голова сделал. Видите, я могу перечислять очень много. По-разному к нему относятся, но действительно много сделано в городе. Очень много. Поэтому, вы же знаете, я всегда стараюсь по справедливости все эти вещи вот, говорить. Поэтому очень много сделано. И знаю, сколько будет сделано еще. Поэтому нам грех жаловаться. Что ж, спасибо вам большое.
Юрий Анатольевич, добрый день. Сегодня, как мы знаем, будет представлен новый глава облгосадминистрации. Чего ждете от него? Каких заявлений? Работа. А на какие, как вы думаете, проблемы стоит в первую очередь обращать ему внимание и его команде? На дорогах Николаевщины. Исключительно на дорогах? Что? Ну, а исключительно на дорогах? В первую очередь дороги и экономика региона, чтобы развивался. Чтобы было за что строить на следующие вот дороги. Но вот смотрите, у нас сегодня, как мы видим, здесь еще есть предыдущие заместители главы облгосадминистрации. Кого-то могли бы посоветовать новому главе ОГА Александру Стаднику в команду? Я вам уже давал ответы на этот вопрос. Я не думаю, что губернатор будет советоваться с депутатским корпусом, кого оставлять ему из заступников губернатора. Он сам определится, и кто-то понравится ему, то оставит. Ну, а вы готовы депутатским корпусом, с коллегами всецело поддерживать, помогать ему в любых его начинаниях? Наш край, если правильное будет направление на развитие Николаевской области, мы готовы поддерживать. А правильное развитие это какое? Ну, к примеру, я как руководитель предприятия считаю, что должны делаться дороги, должны все быть оформлены, платить налоги и развивать регион. Может, вы как-то сегодня будете встречаться с ним, допустим, может, у вас какой-то будет разговор, может, что-то хотите ему посоветовать? Я сегодня не планировал встречаться. Думаю, он, наверное, если он будет на работе там, завтра, послезавтра, если пригласит меня как руководителю фракции пообщаться, наше мнение, видение Николаевской области, встретимся, поговорим. Ну вот сегодня будет представлена фактически исполнительная власть обновленная. А вот вы, как представитель местного самоуправления, не считаете, что пора бы обновить и местное самоуправление? Ведь, как мы видим, вчерашняя, допустим, сессия довольно-таки критично проходила. Я думаю, что этот состав облсовета, я вам говорил, что он является одним из худших. Я думаю, что выборы у нас будут не за горами досрочные, и обновится состав. А просто получится пока ему работать с вот таким составом, который, в принципе, сам не может ужиться между собой? Если он руководитель с опытом понимания, то я думаю, что он должен найти те моменты, чтобы консолидировать областной совет. А вот волна негодования в отношении того, что все-таки он приезжает из Киева сюда, не знает области, здесь не жил, это никак не повлияет на его работу, как вы думаете? Я когда-то по первому образованию был юристом, начал работать, заниматься сельским хозяйством. Мне это не помешало. Все зависит от личных качеств человека, как он может это сделать. Спасибо вам большое.
будет. Доброго дня. Як у нас зараз сьогодні Миколаївщина зустрічає, сонячно. В Києві вже осінь, а у вас ще літо. Це дуже добре. Ми сьогодні приїхали до вас, ви знаєте, напевно, з якою цілею, представити нового губернатора та голову Служби безпеки в Миколаївській області. Виконати доручення президента. Я хочу сказати, що для нас дуже важливо те, що буде відбуватися, тому що Миколаївська область дуже важлива для України, і ми дуже гарно знаємо сьогодні всі ці проблеми, які є, і сьогоднішні призначення. Дуже віримо, що вони потужно будуть розвиватися і будуть вирішувати проблеми Миколаївської області. Ні для кого не секрет, що Миколаївська область є одна з найбільш криміногенних, найбільш проблем дуже багато. І ви знаєте про це, і про це говорив президент, коли перебував в Миколаївській області з робочою поїздкою. Безумовно, ми хочемо, щоб ті люди, які сьогодні отримують ці високі посади, з першого дня, не чекаючи і не витрачаючи часу, приступили до роботи і почали виконувати свої обов'язки і вирішувати ці проблеми. А ці проблеми, в першу чергу, це дороги, які, я думаю, що новий губернатор на протязі місяця підготує вже програму по відновленню доріг в Миколаївській області. Це корупція, з якою ми боремося в Україні сьогодні. Як президент неодноразово говорив, що ми маємо сьогодні дві війни. Одна війна – це на сході України, і друга війна – це війна з корупцією. Безумовно, дуже важливо, щоб Миколаївська область стала тим містом, куди почнуть заходити інвестиції, а для цього ми повинні зробити відповідний клімат і атмосферу, щоб іноземні інвестори, українські інвестори почали вірити, почали вкладати гроші. Я думаю, щоб не витрачати час, давайте ми перейдемо до представлення, і потім ще поговоримо вже з призначеними губернатором та головою Служби безпеки. Виконуючи доручення президента України Володимира Зеленського, я хочу зачитати вам указ президента. Указ президента України про призначення головою Миколаївської обласної державної адміністрації призначити Стадніка Олександра Васильовича головою Миколаївської державної адміністрації. Президент Володимир Зеленський.
Слово одразу вам, Геннадій Баканов, голова Служби безпеки України, представить голову Служби Миколаївської області. Будь ласка. Хочу представити нового голову Служби безпеки України у Миколаївській області, Герцога Віталія Анатолійовича. Дуже багато сподівань, що будуть відповідні зміни. Служба безпеки України сама по собі назва говорить сама за себе. Служба повинна бути форпостом забезпечення безпеки України. Ми повинні реформуватися. Реформуватися разом з країною. Ми повинні бути мобільні, ефективні, швидкі, сучасні. Головне – строго дотримуватися законодавства. Ми повинні жити за принципами. Принципи дуже прості, насамперед. Не кради і не дай красти іншим. Не бреши і не дай брехати іншим. Якщо чогось не знаєш, запитайся. Не тримайся за своє крісло. І за будь-яких обставин залишайся людьми. Завдання, які поставив президент, дуже потужні. І, звісно, для того, щоб вони виконувалися, повинна відбуватися реформа не тільки Служби безпеки України, але й у цілому суспільстві. Зрозуміло, що для цього нам всім час від часу необхідно дивитися в дзеркало і не боятися дивитися в ньому самі. Але якщо дивитися іноді в дзеркало страшно, то ми повинні завжди таке дзеркало підносити, щоб хтось подивився в нього. І зрозумів, що він робить щось на те. То я бажаю вам на цьому поприщі успіхи. На всяк випадок перевірю посвідчення, щоб не віддав свої. Вітаю! Хочу зараз наголосити, що в мене нема представників, які із моєї практики будуть підходити до всіх тих заінтересованих осіб, груп впливу Миколаївської області та міста Миколаєва, передавати якісь вітання, передавати якісь запрошення. Це мене. Кожен з вас, хто бажає щось реалізувати, щось створити,
що запропонувати. Основне завдання – це порядність, чесність. Це пріоритет. І хочу з першого дня сказати всім, часи кримінального минулого міста Миколаєва я зроблю все з командою, яка буде, може бути стара, може бути нова, але судити ви будете всі не по гарним словам, а судити будете по поступкам. І хочу зразу подякувати всім тим, хто мені допомагав ці останні 3 місяці, всім тим, хто був поруч, і всім тим, хто повірив і довірив, насамперед президенту України Володимиру Олександровичу Зеленському, за довіру, за віру, підтримку. А все остальне я розумію, що Миколаївська область для мене не нова, як декілька осіб вважають. Я починав свій шлях у 96-му році з такого непростого, складного часу. Я тут служив в спеціальних моторизованих полках міліції. Це була експериментальна частина при Леоніді Даниловичі Кучмі, яка була покликана з команд 10 осіб боротися з організованою злочинністю. І ми з цим завданням справились тоді. Покращили стан міста Миколаєва, Миколаївської області. Дехто з нас не повернувся. На жаль, тоді материнський комітет це все трансформував, бо матері, які відправляли своїх синів на срочну службу, були незадоволені, що є офіцери, які приймали присягу боронити, захищати простих людей, не виконували, на жаль, з певних причин, а причини цих всіх вже не здивуєш. Це корупція, це зрада, це жадність. Вони є прозорими на сьогодні. І мені прикро, якщо буду відвертими, що я сьогодні знову повертаюсь на цей шлях. Але я, як людина з простої сім'ї, хочу вам подякувати всім, хто мене почує, і подякувати тим, хто не почує, бо для цих людей є поки що спокійний, розсудливий вибір відійти в сторону і просто не заважати. Бо я вважаю, що якщо ми будемо однією сім'єю, як сказав Володимир Олександрович Зеленський, я не бачу ніяких перепон для єдності, правильності, чесності, відкритості і, саме важливе, безкулуарності. Отже, я думаю, що мене зрозуміють і вибачають за те одразу, що деякі речі будуть відбуватися принципово, жорстко і безповоротно. Дякую вам всім і вітаю сьогодні церковне право. Михайло Чудово. Я закінчу. Дякую. Я хочу ще додати, що зараз ще виступить пан Єрсик, і ми підемо працювати, проведемо нараду, з'ясуємо, які завдання, які ставить президент під час своєї робочої поїздки до Миколаївської області, виконано. І я думаю, що обсудимо з керівництвом найперші кроки, що буде відбуватися. Тому що все, що буде відбуватися, ви знаєте, що президент сказав, що він прийшов на один термін, тому часу у нас немає, і всі ці завдання, які сьогодні стоять перед Миколаївською областю, повинні почати виконуватися дуже швидко. Тому вже сьогодні ми обсудимо, що
які завдання будуть на найближчі місяці. І повірте, що все це буде під пильною увагою, контролем і президента, і офісу президента. Так то зустрічатися будемо часто і перейдемо до конкретних справ. Будь ласка, пан Герсен. Хотів би, маючи таку можливість, подякувати за високу довіру президенту України, голові Служби безпеки України. Я людина нова для цієї області. Я ніколи взагалі не був на Миколаївській області. Перший мій візит – це був понеділок. Я хочу сказати, що коли я спілкувався з працівниками Служби безпеки Миколаївської області, перший раз понеділок, у мене було одне питання. Чому на сьогоднішній день ви довели ситуацію, як своїх підлеглих я запитував, до такого стану, коли в області тотальна корупція, коли в кожній структурі, в кожному підрозділі, куди не глянь, скрізь кримінал. У мене була така відповідь, яка мене здивувала. Полковники, дорослі, які служать віддано цій державі, як би хотілося б, але вони сказали, що ми не впливаємо ні на які процеси. Була така команда, були такі задачі. Хоча вони прекрасно розуміють, який стан на сьогоднішній день в області відбувається. І особисто їхній моральний стан дуже важкий. Не менш важкий моральний стан жителів цієї області. Але, як сказав губернатор, сьогоднішнього дня це буде нова історія, нова сторінка, нових керівників цієї області. І я хочу запевнити всіх, запевнити керівництво держави, керівництво Служби безпеки, що сьогоднішнього дня, як була до сьогоднішнього дня тотальна корупція, сьогоднішнього дня буде зовсім навпаки. І я всіх зусиль докладу, щоб оту довіру, яку на мене поклав президент і голова Служби безпеки, максимально оправдати. Я розумію, яка історія в цій області, хоч я нова людина, ще раз повторюся. Я розумію, які люди прекрасні в цій області, але люди дійсно бояться на сьогоднішній день висказати свою думку. Люди бояться прийти і розказати правоохоронний орган про якусь ситуацію. Тому що, як вони говорять, до нас зразу прийдуть. Зразу прийдуть ті кримінальні елементи, які на сьогоднішній день, на жаль, захватили всю владу в цій області. На жаль. Тому я розумію, наскільки для мене, як і нова, новий цей регіон, наскільки і він буде важким. Але я запевняю всіх тут присутніх і керівництво держави і служби, що я оправдаю в повному обсязі вашу довіру і сьогоднішнього дня готов приступити до дуже багатьох змін і речей. Мені буде важко, я розумію, що те, що я побачив, що твориться в управлінні Служби безпеки, які працюють там працівники. Але я думаю, що вдасться змінити курс, напрямок і підняти в першу чергу їх моральний стан. І я впевнений, що у нас все вийде. Дякую. Ну, наостанок я хочу сказати, що головне – це результати того, що ми побачимо, як буде працювати нова влада в Миколаївській області. І це відношення людей.
Тобто для нас це головні критерії роботи і губернатора, і голови суду. Тому давайте побажаємо їм успіху. І я думаю, будемо зустрічатися вже також з приємних приводів. І я думаю, що ці люди дійсно стануть тими, хто змінить на найкраще Миколаївську область. Дякую всім, а ми пішли працювати. Дякую. Нового главы по госадминистрации. Ну, выступление традиционное. Ну, а заявление о том, что у нас в области тотальная коррупция, преступность? Я думаю, что когда войдут в курс дел и глава администрации, и глава СБУ, они для себя там определят и выяснят, где была коррупция, где ее не было, кто имеет отношение к криминалу. Да? А кто не имеет? Ну, просто все-таки эти заявления не делают не просто так, ведь, как мы слышим, глава СБУ уже пообщался с сотрудниками, уже увидел, что действительно в области преступность, разгул. Я не глава СБУ. Ну, просто не считаете, что это результат и вашей также работы? Вот такая ситуация, о которой они говорят. Работы вас, ваших коллег, бывшего главы области администрации Алексея Савченко. Я еще раз говорю, заявление, в принципе, достаточно традиционное, но поэтому посмотрим по результату. Ну, я бы не сказал, как это может быть традиционным заявлением. Еще не было ни одной области, где бы представитель администрации президента сказал, что здесь преступность, разгул, здесь ужас творится. Вы когда хотите преступности, спросите о преступности и разгуле, вам, я думаю, даже через дорогу проходить не надо. Ну, как-то так. А мы спрашиваем у вас, поскольку вы все-таки были первым заместителем главы облгосадминистрации, и Алексей Савченко говорил о борьбе с преступностью, но, видимо, не поборол. Моя фамилия Бодин Савченко, да. И касательно преступности, я никогда не имел связи с криминалом, это первое. И второе, я не правоохранитель, чтобы, скажем так, давать компетентно, как с этим бороться. Есть специалисты, они сделали заявление, я вам скажу, как гражданин этой области, который здесь родился и вырос в этом городе, я буду рад, если здесь настанут перемены в этом плане к лучшему. Вы и ваши коллеги не остаются работать в новой команде? Я не остаюсь с коллегами, за насчет коллег ничего не скажу. Так,
Вера Викторовна, как вам выступление нового главы областной администрации? Очень подобно. А заявление о том, что у нас коррупция тотальная и преступность? И криминалитет, и коррупцию побороли. Я буду им помогать. Может быть, это результат работы фактически тоже ваш, если у нас такое в области происходит? У меня жодного ни законного вироку, ничего нема. Я абсолютно чиста перед законом, тому я буду помогать цим. Будете помогать? Так, звісно, боротися і буду казати, де корупція, в яких місцях, і щоб вони дійсно наводили порядок. Я тільки за. Дякую вам большое. Спасибо. Добрий день. Давайте з вами пообщаємося. Як вам виступлення нового голови адміністрації? Заявлення голови СБУ. Ви ведь теж в прошлом работали в СБУ. Ведь говорят, что, видите, у нас преступность, коррупция, область погрязла во всем самом... преступление. Поэтому я не согласен на том, что у нас там такое количество криминальных авторитетов, с которыми нужно бороться в классическом понимании этого смысла. У нас вся преступность сидит в кабинетах власти. И вот Виктория Викторовна – это типичный преступник Николаевской области, которой давно надо, новая власть должна прийти и, соответственно, ее убрать или помочь убраться ее должности. А вот заместители, допустим, главы областной администрации? Глава, заместитель главы областной администрации, ну, мы не понимаем, и нам новый глава областной администрации так и не дал понять, он собирается почистить полностью эти кабинеты. Я думаю, что это его личное желание, и по большому счету настаивать на каких-то вопросах мы не можем. Хотелось бы, чтобы люди, которые не выполняют, недостаточно нормально выполняют свои функциональные обязанности, уехали туда, откуда не приехали. Спасибо большое. Всего наилучшего.
А вы нам расскажете вкратце, как ваши впечатления? Вообще замечательно. Мне кажется, что наконец-то в области начнется что-то происходить в хорошую сторону. А раньше что не происходило? Ну вот была пауза, да, заминка была. Было много хорошего, но знаете, как когда нет руководителя, немножко все застывает. Так а если было много хорошего, почему говорят, что у нас самая криминогенная область, у нас коррупция везде в чиновничьих кабинетах, у нас преступность, разгул в городе? Как так получается, если много хорошего было? Ну, наверное, люди оперируют какими-то статистическими данными, да, я не видел статистики, я не оперативный работник, не работаю в СБУ, в правоохранительных органах. Тут нас взять, знаете, больше я скажу, распиара наша, это бандитская область, на самом деле это, я думаю, не так. Здесь много хороших людей, но вот вы хоть и с бородой, но не бандит же, да? И не разбойник, правильно? Люди с бородой — это бандиты и разбойники. Это Алексей Савченко был бандитом, что ли? Нет, это шутка. Я имею в виду, что, знаете, как по слухам или по внешнему виду людей судить нельзя. По поступкам и делам. Здесь много хороших людей, здесь большинство хороших людей. А криминал, он весь везде, в любом городе, да? В том или ином виде. Ну, я не знаю, считают, что криминальный город, ну, знаете, когда не будет криминала, когда власть берет, ну, знаете, как такое слово, власть берет власть в свои руки, да, и выполняет те функции, которые возложены на ней и конституцией, законами и там, решением президента. То есть сегодня власть должна, вот, руководство области взять в свои руки управление, взять за себя ответственность за будущее наших дорог, развитие медицины, освиты. И, конечно, если на пути будет стоять коррупция, да, то ее должны поломать, просто идти дальше. Будете помогать им в этом? Однозначно, слушайте, сегодня в приоритетах, в том числе развитие аэропорта, это в конце концов мы получим полноценные воздушные ворота, потому что я всегда говорил, что аэропорт без регулярных рейсов — это не совсем аэропорт, поэтому в этом направлении будем работать, и в этом направлении сейчас в том числе и по вопросам развития аэропорта будем поднимать вопросы на совещании. Сейчас будете рассказывать о проблемах и будете просить помощи в развитии? Сейчас, по крайней мере, офис президента, президент Владимир Зеленский поставил задачу помочь организовать нам развитие аэропорта, поэтому сейчас посмотрим. Но вот, кстати, если вы говорите, что это в основном это все статистика, все слова о коррупции и о преступности, не считаете, что, может быть, это статистика, результат работы предыдущей команды главы облгосадминистрации? Администрации? Да, ну, слушайте, ну, не ищите стрелки, на кого перевести. Я вам скажу, что пройдет время, поменяется команда, знаете, будут что-то искать хорошее в этой команде, плохое что-то, но всем ты мил не будешь, понимаете? Поэтому много сделала предыдущая команда, еще больше, я думаю, сделает новая команда. Ну, пока настрой запал очень хороший, я вот так общаясь с людьми, вижу, что пока у них есть желание это все делать. И я думаю, оно не иссякнет у них. А ваша задача, как четвертой власти, быть неупорядоченными, быть тоже, как бы, чистить в своих рядах коррупцию, не делать заказных статей, делать все для того, чтобы для полепшения життя в нашем регионе. Замечать много хорошего, писать не только о скандалах, а писать о хорошем, и тогда все будет хорошо. Да. Спасибо вам большое. Давайте с вами пообщаемся. Я просто стою. Да ну ничего, что вы просто стоите. Хотели вас спросить, кто поведет партию «Слуга народа» на местных выборах, как областной, так и городской совет? Это надо спросить у главы партии «Слуга народа». Вы не имеете никакого отношения к партии? К волонтеру, конечно, имею. Но дело в том, что вы же знаете, что еще не сформированы ячейки, то есть не решено еще ничего. Спросите в Киеве. Но вы как волонтер, вам ничего не говорят? Очень интересно, тоже стою, хочу узнать. То есть вы сейчас будете с губернатором общаться об этом? Я просто жду. То есть. А вот как вам, какие у вас впечатления от сегодняшнего выступления? Впечатления от выступления, ну, всегда надо искать только позитивное. Я верю в то, что будет все по-другому. Как-то видите заявление, коррупция тотальная, ужас, преступность какая-то. Как так получилось? Как вы думаете, почему у нас так в области так происходит? Я не считаю нашу область плохой самой, коррупционной. Я не понял, не было раскрыто, это касаемо коррупции или касаемо уголовных дел. Там убийств, которые были недавно.
Я не готов вам ответить на этот вопрос. Я считаю, наша область прекрасная, надо просто над ней работать. Ну а вы лично как волонтер, и вы говорите как человек, который хочет развивать эту область, будете ли вы участвовать в местных выборах, допустим, как кандидат? Допустим, буду. А вы куда? Планируете, в городской или областной совет? Я не знаю. Пока не определились. А вот есть ли уже какие-то, может быть, какая-то работа вот сейчас у вас в волонтерском штабе? Конечно. То есть уже формируются команды какие-то, да, людей определяют, которые... Мы сосредоточены на том, что мы можем делать хорошие какие дела. Это как? Какие это хорошие дела? Скоро увидите. Ну, то есть пока никаких разговоров и работы пока не ведется в отношении выборов? Нет. После 25 сентября. К вам как-то приедут какие-то представители партии? Я не знаю, будут... Скорее всего, будет решение какое-то, которое можно... считать отправной точкой. Может, не будет, может, будет позже. Спасибо большое.
Добрый день, Александр, позвольте вам задать пару вопросов. Нет. Давайте пообщаемся, просто мы, как мы знаем, вы по некоторым данным можете стать вице-губернатором нашей области. Вы так это или нет? Нет, конечно, чего вдруг, вы чего? Такая была информация в СМИ. Да это бред какой-то. А по какой причине сегодня приехали в Николаевскую область? Просто как друг Андрея Ермака. Не более того? Вообще. Ну, просто я как-то здесь, ну, у меня какие-то когда-то были здесь знакомые, я воспользовался случаем приехать. Ну, вот вы видели наш город раньше, и сейчас видите какие-то изменения кардинальные, что лучше? Я проехал 10 минут по Николаеву, ну, от аэродрома, вот поэтому, ну, так не могу сказать. Ну, вроде выглядит хорошо, дороги плохие. А вот заявление сегодня, которое слышали, что все на самом деле здесь плохо. Как думаете, почему так? Я не был в зале. Просто видите, сегодня... Вице-губернатор не был в зале. Ну, почему вас спросили, была такая информация, потому хотели вас уточнить, да ладно, мало ли. Ну, Сергей, откуда такая информация? Ну, это бред какой-то, ну, что вы, ну... Вот потому и решили перепроверить, чтобы больше никто не... Я просто приехал, потому что была оказия, так сказать, ну, какая разница там. Уже приехал. Значит, просто приехали в гости в город. На полчаса дал, что знакомого встретил. Спасибо большое. Ну что ж, дорогие зрители, вот такой была сегодня, вот таким было знакомство сегодня как с главой управления СБУ в Николаевской области, так и новым главой облгосадминистрации. Администрации. Мы услышали сегодня много заявлений о том, что наша область весьма криминогенная, погрузла в коррупции, у нас много проблем. И также услышали много заявлений о том, что команда нового губернатора Александра Стадника и команда главы СБУ, точнее СБУ, будут бороться теперь у нас с преступностью, с проблемами, которые у нас копились годами, как они говорят. Мы услышали много заявлений о том, что возможно, все изменится в лучшую сторону. Сейчас происходит совещание Александра Стадника с чиновниками, которые до этого работали здесь с заместителями главы государственной администрации, с правоохранителями. Мы, к сожалению, не можем туда попасть, поскольку это закрытое совещание. Будем тогда с вами прощаться. С вами был Иван Козора, Ник Вести. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, фейсбук-страничку и на YouTube-канал, чтобы не пропускать наши прямые эфиры.